Приветствую! Сегодня утром я разместил видео по вопросу запрета выборов во время военного положения в Украине. И вот только сейчас я понял, что кусок видео был утерян во время монтажа. И это очень важный кусок. И вот я сейчас переснимаю это видео, чтобы донести до вас информацию в полном объеме, потому что там она все-таки получается не в полном объеме. Итак, вопрос, который мы рассматриваем. А запрещены ли выборы президента Украины во время военного положения? И если мы смотрим Конституцию Украины, то там запрета нет. Если мы смотрим избирательный кодекс, то там тоже прямого запрета нет. И единственное там, что есть, это указание на то, что если во время избирательного процесса вводится военное положение, то выборы должны быть прекращены. Вернее, избирательный процесс должен быть прекращен. А теперь же вот тот момент, который я потерял. Это закон о правовом режиме военного положения. Давайте же его посмотрим, потому что там самое главное прямо и однозначно написано. Вот он, этот закон о правовом режиме военного положения, и здесь есть статья 19, которая называется «Гарантии законности в условиях военного стану». И вот здесь в части первой четко написано, что в условиях военного стану забороняются зміна Конституции Украины, зміна Конституции АРК, проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування. Ну і далі проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, проведення страйків, масових зібрань та акцій. От іще раз забороняється проведення виборів президента України. А что это значит? Это значит, что если бы Зеленский и его команда захотели проводить выборы, то было бы это нарушением закона? Нет, можно было провести выборы без нарушения закона. Что для этого нужно? Правильно, совершенно верно. Изменить закон о правовом режиме военного положения – это не запрещено, это можно сделать. И подкорректировать избирательный кодекс Украины. И тогда можно, в принципе, проводить выборы во время военного положения. Но тоже, повторюсь, вопрос такой достаточно неоднозначный. Можно ли проводить выборы по факту, то есть не юридически. Юридически мы сейчас с вами увидели. Проведение выборов запрещено. До тех пор, пока не будет изменен закон о правовом режиме военного положения и закон о, вернее, избирательный кодекс, выборы запрещены во время военного положения. Ну а вопрос целесообразности выборов во время военного положения, это уже совсем другая история, которую мы не будем сейчас рассматривать. Все, на этом у меня все. Ту мысль, которую хотел донести, думаю, что донес. Я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Ну и, естественно, я жду вас на своем YouTube-канале и на своем Telegram-канале. Ссылочка на Telegram-канал есть в описании к данному видео. Пока-пока!